Здравствуйте, уважаемые жюри. Хочу представить вам очередную свою работу маслом. Работа называется «Бремя», также написанная к одному из моих стихов. Стих тоже можно будет отдельно прочитать. Кое-где используем стихи. Ну, немного, но есть, есть. Мне кажется, работа получилась такая, она немного перекликается с творчеством Рене Магрита, может быть, даже немного Дали. Вот. Но, естественно, как бы она наполнена собственным смыслом, содержанием. Но в любом случае, я думаю, что каждый сможет прочесть в ней что-то свое. Вот такая воздушная работа. Спасибо за внимание.